В дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее сумки пропал кошелек. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность предполагаемого преступника. На одной из остановок общественного транспорта был задержан 27-летний житель сопредельной республики. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил кошелек из сумки пострадавшей в то время, когда она выходила из автобуса. При дальнейшей проверке установлена причастность подозреваемого более чем к 10 фактам краж. Установлено, что в город Сочи он периодически приезжал с целью совершения подобных преступлений. В настоящее время он взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведется следствие. Добавлю, что санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.